5,2 – это вполне реальная дистанция. Даже если вы никогда не бегали, вы вполне ее можете преодолеть. Это я говорю, опираясь на свой опыт, когда я была участником, неподготовленным, скажем так, участником «Бегущих сердцах» в Москве. Я пробежала, ну, понятно, что я не могу гордиться своим результатом, хотя если отсчитывать с конца, может быть, это было бы интересно. Я где-то бежала, где-то быстро шла, я получила удовольствие прежде всего от этой дистанции, потому что это не спортивное, скажем так, состязание больше, это участие в большом добром деле.